Мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, блядь, дети на. Мы энергетики, энергетики, блядь, заводчане, блядь. 18 оказались лет. На территории России с оружием. 18-летних взяли. Я, блядь, в жопе, нахуй. Нас все тут нас полегло. Что мы здесь делаем? Нас много полегло. Мы на Сумах, блядь, какого-то хуя. Есть на Ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. На Сумах мы вообще были как в подкове просто и все. Нас поставили. Нас погибло очень много. Так что и что мы здесь делаем? Знайте правду. Министерство обороны РФ, она с понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно завезли в Российскую Федерацию. С ночами оружием. Возили. С оружием, без документов, без нихуя. Вы просто люди. Верните нас назад. Нас с автоматами ставят против градов. Артиллерии, минометов. Просим распространить. Которые не стреляют, нихуя, блядь. Обычных студентов, блядь, Инакиева на связи, блядь. Корновка на связи, вся Тенерия на связи, блядь. Шахтер старый Снежное. Всех кинули, блядь. Сказали, умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон.